Тверская уличная художница Катерина Крутилова разместила новый арт-объект. Вновь главными героями стали мышата. Только теперь они не рэперы на танцполе, а культурные театралы, которые собрались почитать и послушать Гамлета. Театралов можно посмотреть в доме 12Б по улице Новоторжской. Первый мышиный домик появился немногим ранее на улице Жигарева в жилом доме номер 44. Там художник в уютном интерьере кропотливо выписывает на холсте кусок сыра. Здесь также есть и фирменная подсветка, и музыка для поднятия настроения. Звуковое сопровождение вызывает особый восторг у барышень, ведь песня о том, что девчонки просто хотят веселиться. По словам жителей объекта, вызывают неподдельный интерес не только детей, но и взрослых. Делают город уютнее и добрее.